Сегодня в меню – салат «Страсть и любовь». Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо – 2 штуки. Соль – по вкусу. Гранат – 1 штука. Морковь – 1 штука. Майонез – по вкусу. Картофель – 3 штуки. Сыр твердый – 100 грамм. Куриная грудка – 200 грамм. Основой салата «Страсть и любовь» является куриная грудка, она и определяет весь вкус салата. Дополняют грудку привычные нам овощи – картофель, морковь и, конечно же, яйцо. Но какой же салат без вареного яйца? Как видите, рецепт, как приготовить салат «Страсть и любовь», очень простой и быстрый, если заранее отварить овощи. Ну что ж, предлагаю начинать готовить. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Отварите все овощи и куриную грудку до готовности, яйца отварите вкрутую. На крупной терке натрите картофель, выложите на плоскую тарелочку, подходящую по размеру. Сверху покройте майонезной сеточкой. Куриную грудку порежьте на мелкие кубики и выложите вторым слоем. Также сверху покройте майонезом. Морковь натрите на мелкой терке и выложите следующим слоем, снова покройте небольшим количеством майонеза. Белки отделите от желтков. Белки натрите на мелкой терке и выложите следующим слоем. Желтки здесь не используются, но можете покрошить их и также выложить на салат. Украсьте салат гранатом, выложив зерна сердечком и тертым сыром. Салат готов. Удивите свою вторую половинку вкусным, сытным и оригинально украшенным салатом «Страсть и любовь». Готовится он очень просто и быстро из доступных ингредиентов, поэтому приготовить его сможет каждый. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!